сейчас хотим вам показать один номер, на который мы в свое время потратили очень много времени, потому что он не шел у нас, ну, может быть, в связи с какими-то возрастными качествами нашими. Вы знаете, мы в Киеве бегали по скверикам, специально подглядывали за пожилыми людьми, вот как они себя ведут, как они друг друга слушают, как они разговаривают. И вот в результате всей этой такой вот работы получился номер, который мы назвали «Скамейка». Раньше такого не писали, не. И будь я хоть негром преклонных годов, калмыком, хоть тем же коряком, иврит бы я выучил только за то, что Ленин на нем не балакал. Оно как умно подвечено, молодцы. И шумит, и гуде, наш Антонович иде. Стоять. Левее. Ахтунг. На голос. Давай тихонько, реактивный ты наш. Давай, моя Плесецкая, ты наша. Давай, майнай. Майнай, говорю. О, Гастелло, ты наш. Здравствуй, Иван Антонович. Давно не виделись. Думал, что ты уже помер. Я говорю, у меня девочка за стенкой на гитаре учится. Веришь, только забрежит. Все, думаю, понесли нашего дорогого Антоновича. Или своим ходом пустили, сволочи. Пока не увижу, чем этот бардак закончится, не помру. О, так тебе еще жить да жить. Недавно из больницы выпустили. Я прослушал, кого выпустили. А? Вот бедный человек. Кого выпустили? А! Анну Михайловну. Анну Михайловну, слава богу, хороший хоккеист. А какой же диагноз? Ну что написали в истории болезни? Я вам так доложу. О. Если партия обещала, она всегда делала по-большому. По-большому? Что ты? О, развивайте мысли. Началось. Раньше такого не писали, не. Хозяину на заметку. Секс на садовом участке. О! А? Секс на садовом участке. Заёрзался жеребец кавказский. Интересно, как это на садовом участке? Я еще не пробовал. Читайте, читайте. Зимний период, запоминайте. Читайте. Зимний период. Два стакана куриного помета внутрь.
внутри участка прокопать углубление. Не то прочитал. Ну, не... Здравствуйте, Афанасий Захарович! А вот вы слыхали? О, развивайте мысль. Приятный вы собеседник, Иван Антонович. Люблю с вами поболтать. О, страничка для детей. Это мои самые любимые. Загадки и отгадки. Загадка о явлении природы. Загадки я люблю. Ты сам как загадка природы. Так долго не живут. Саксон, ты наш. О, загадка. С когтями, но не птица, летит и матерится. Вон как. С когтями, но не верблюд, это ж точно. Летит и при этом нагло матюкается матюками, а? Погодите, как же можно матюками? Да, сейчас все можно. Это ж загадка для детей. Отгадка, оно. Электромонтер. Афанасий Захарович. Что такое? А у вас что, уже зрение плохое? Зрение у меня отличное. Только руки коротковатые. О, реклама двигатель торговли. А, интересно. Меняю холодильник на кабана или ковер 2 на 3 на аналогичный кусок сала. Умно подмечено. Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучком. Да спи уже, маньяк трухлявый. Алкоголикам на заметку. Интересно. Пил Серега все подряд. Стали ноги синие. И теперь совсем ослаб по мужской он линии. Нога. Молодой человек, как его? Сережа. Пил, значит, динатурат. Дихла хвост и лак для волос. И у него, значит, как же вам объяснить? Так. Ну вот как у вас, так и у него, елки-палки, что тут написано? О, здравствуйте, Афанасий Захарович! Ассаламу алейкум, Иосиф Писаренович! Вот бедный человек! Быстрее уже этот бардак бы закончился. О, деткам на заметку, а ну. Не дружил Алёша с мылом, в результате стал дебилом. Что ж ты так, Алёша, подвёл меня старика. Да что, молодой человек, как его... Лёша, не мыл руки всего остального, вот и заболел на эту, на свинку, о. Внучок ваш? Да какой внучок, то вы как маленький ребенок, то сучок, то внучок, не важно, кто ли. Бабушки. Бабушки, которых мы с вами вчера сняли. Бабушки! 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 Старушки! Шней! Бабушки! 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 Бабушки!
Спасибо. Спасибо.